Анатолий Григорьев против Артура Парфенчикова. Не так давно скандально известный общественник судился с заместителем министра по национальной политике Еленой Мигуновой. На этот раз председатель Карельского конгресса призвал к ответу временно исполняющего обязанности главы республики. В городском суде рассмотрели иск о защите чести и достоинства. Истец – общественник Анатолий Григорьев, ответчик – временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков. Председатель Карельского конгресса поведал суду – самобытность Карелии под угрозой. В Национальном театре все меньше карельских и финских постановок. Издания на финно-угорских языках имеют ничтожные тиражи. А ежемесячный журнал «Карелия» и вовсе сокращен до 2 номеров в год. Это факт реального преступления против самобытности Карелии, совершенного группой чиновников и общественности Карелии. Вот так унижают и оскорбляют карелов, финнов, других граждан в республике Карелии. Анатолий Григорьев потребовал уволить чиновников, участвовавших в сокращении журнала «Карелия», а также попросил компенсацию собственных нравственных страданий. По его словам, 10 миллионов рублей будет более чем достаточно. В ответ представители правительства заявили, что не понимают сути обвинений. Исковые требования, отраженные в иске, не содержат фактов, указывающих, что временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова каким-либо способом в отношении истца распространял или сообщал сведения, порочащие его честь и достоинство. В удовлетворении исковых требований Анатолию Григорьеву было отказано. 10 миллионов рублей останутся в республиканской казне. Общественник планирует решение суда оспорить. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».